Привычка. Симбиоз, да. Привычка можно назвать, как угодно. Угу. Тут можно свет включить поярче, чтобы было, а туда камера будет темно, да? Да, нормально. Какой я вырезал? Рад приветствовать вас. Вновь. Дружеская встреча. Вновь добрый день. Добрый вечер и доброе утро. Да, да, да. Наконец-то мы выспались и встретились. Даже не на камеру говоря. Выспались и встретились. Как ваше, ничего? Вообще прекрасно. Волшебно. Отлично. Жизнь прекрасна, как говорится. Супер, супер. Изучаю теории времени Козырева. Это физика? Да. Рекомендую прочтению тоже к ознакомлению. Потом скину видео. Слушай, Кеш, а наши книжки на каких издательствах? Ридеро потом? Ну вот, Амазон. Да, нет? Они на Амазоне. Литрес. Литрес. Еще какие-то много всяких. А. Там много? А то мою книжку я смотрю недавно, листаю интернет, смотрю рекламу моей книги. Да. Я глазам свой. Ты можешь зайти в свой личный кабинет, посмотреть там, где просматривают ее. Ну, просматривают-то да, но пусть просматривают, слава богу, что просматривают. Хоть кто-то нами интересуется хороших, из хороших. Видишь, у меня тут небольшая покраска. Покраска, хорошо. Завтра вторым слоем буду красить. Начнется все это. Чай, кофе. Можем что, за дело сразу взяться, а параллельно кофейку выпить? А параллельно тебе налить, в смысле, принести? Так, давай сначала пройдем. Да ты по краешку тут иди. Ага, по краешку иду. Вот садись, все приготовил, что мог. Один только эпизод не вставил, ну ладно, у нас и так получится, рвано все. Так, включается. Непрерывные звонки, сообщения, лайки. Да, всякое дребедение. Закрыть? Да, да, закрыть. Угу. И это все закрыть. Закрыть. Это симка. Так, вот закрыть. Они. Подряд с первого по... Сколько их там? Ага. И один музыкальный. Сейчас, давай, все... я все закрою. Ага. Для ускорения работы компьютера. Что, хорошее видео? Главный блогер. Ну так. Да? Ну ничего не пойдет. Главный блогер. Познакомимся, познакомлю. По дня сохранять эту бодрость и свежесть мыслей. Да. Только вот этот ремонт ты куда-нибудь сразу закинь в конец. Лампа Аладдина. Так, что, где кружечка? Клево, когда друзья помогают. Ну да, хорошо. Просто приходят, общение. Да, супер. К тебе. К вашему винограду. Приходу. Подкрепимся. Я, честно, плохо себя чувствовал сегодня, ой. Думал, что-то, блин, жестокое подкрадывается. Да еще этот пол не сох. Он сейчас-то, в принципе, не высох. Может, до завтрашнего утра высохнет. Валера говорит, иди в Россию купи.
Я пошел, там черное, малиновое, все, больше никаких нет колеров. А мне нужно вот такой, я смешал, колер сделал. Может, она из-за этого сохла долго. Малиновое. Белую бы купил. Белые полы покрасил? Угу. А это что, о чем будет? Супер. Белые полы. Супер будет. Белые полы? Угу. Даст там светло, станет красиво. Не знаю, я вот думаю, там под столом, если я малиновый покрашу, меня мать, конечно, просто не поймет. Почему? Ну, скажет. Надо было белым? Вообще не было ни белый, ни коричневый, черный и малиновый. Все. Я выбрал малиновую, черную. Mm-hmm. Нефть, это гудрон. Мне ни о чем. Сейчас будем делать шашлычок. Шашлычок? Анатолий, что по вашему рецепту шейку? Халяльную. Шейка не бывает халяльной, накиньте. А-а-а. Все, что халяльное, так. Это мясо, блядь, которое это, там в горах. А-а-а. Свинейка там не держит, блядь. Понятно. А вы что скажете? Я полностью согласен с Анатолием. Нормально, красивый. Вот какая красота. Ляпота. Можно наточить. Пока маринуется, я растоплю это недолго. Куда надо? Вон бочка. Да. Вон же бочка стоит. Значит, трубы все должны быть окрашены, очищены от ржавчины. Либо там, там вон это, вот, видишь, проволочку, повешай, подожди и все. Какую целью промываете систему? Это весь шлам, мусор, ржавчину, которая после промывки и которая была, значит, использована там для проверки герметизации. Дренажи такие вот и посередине, значит, подвала. Иннокентий, а? А не под фундаментом. Поджог? Да. До туалета дойдешь, Кеш? Там брызгалка от комаров лежит. Побрызгаться, а то пиздец. Сегодня, блядь, их не было столько, нахуй. Управляющей компании. Теперь вы знаете, что за это штраф положен. Техническую воду запрещено категорически сливать в, значит, канализацию. Руки, ноги есть, курики. Да. Век живи, век учись. Дурафон помрет. Если я не умею, то кто не умеет, то делать. Лучше сам крутить. Что ты говоришь? Вот, Ромарио. Ты где? Я здесь, я с вами. Я узнал, что у меня есть огромная семья.
Речка, небо, море голубое. Это все мое родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя. Давайте за родину. Пьем квас. Едим мясо. Ты это вырезаешь все потом, нафиг это? Что? Ну, меня и все такое. Все не люблю. Вырежу. А? Вырежу. Но... В прошлый раз тоже говорил вырежу. Ну это же батя у него помогает. Нет, он сам уволится. Он батя как бы уже в рамсах давным-давно. И Костя-то сам пьяный тоже дурак. Вот это да. Вокзал. Жека, Жека, Жека. Сестра у него, а кто сестра у тебя? Ну что, дорогие подписчики, мы сегодня решили выехать на природу, так сказать, сделать шашлычок. Без Альберта Насырова. Да, без его. Он не поехал с нами. Без его друзей, без его самого. Он не поехал с нами. Но, видать, у него важные дела. У него другие дела были, мы его звали, он отказался. Мы говорим, поедем с девчонками знакомиться тогда. Да. И вот попали на шашлык. Пока он еще только готовится, но мы считаем, что это будет самый вкусный шашлык, да, который мы ели. Тем более, местные это мясо время, в руках у профессионала. Воистину. Воистину, воскресе. По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Жирок начал капать на уголечке, понимаете? От этого возникает огонь. Огонь. Поэтому их надо почаще вертеть. По этому рецепту какой большой плюс? Нет никаких приправ, майонезов. А тогда вообще бы пиздец сгорело уже. Здесь только шейка и перец. Перец, соль. И соль. Все. Для шеи, если это шейка настоящая, нихуя. Вот я тоже люблю вот так прям мясо живое сразу. Конечно. Вот у меня у матери сейчас муж, это первый тренер Красникова, Шутов Сергей Николаевич. Он Красников, когда начинал, у него жить даже негде было. Дядя Сережа, у него как раз жена умерла, он пустил его к себе домой, с ним жил двухкомнатная квартира, воспитывал его, все. Да, вешать уже матч не помню. Я помню, счет был 4-1. Да. Кто выиграл тогда? ТСК. Один кусок готов на пробу. Давай. Ну давайте. Роман Викторович. Ну мясо белое? Белое. Ну это маленький кусок. Он горячий, подождите. Горячий, еще не обождись. Да, тоже пробую. Давай. Что-то как-то вы кусаете, он что, жесткий? Горячий. Горячий. Сало попалось. Да. Сало попалось, но в целом еще пусть пожарится. Переделаем ситуацию. Может чуть-чуть соли туда еще, а? А уже не получится. А ты с майонезом, с кетчупом зачем это? А, ну да, если есть, конечно. Не, еще пусть пожарится нормально. Давай, денег. Кто поет? Боб Марли. Человек от Бога, да? Боб. Человек от Бога. Боб Марли. Он говорит, богатство это значит я живу. Да, живу. Я существую, я живу. Я занимаюсь любимым делом. Это и есть богатство. Но деньги тоже нужны, как ни крути. В то время ему не надо было ничего. Но нам нужны. Это сейчас изменила нас система, что бабки решают все. У кого больше денег, тот богаче. Ты просто не договариваешь. Да. Не договариваешь. Да, да, да. Вот это правильное слово. Искажают не договариваешь. Факты. Врать можно по пустякам. А о святом ты же не соврешь, если ты нормальный человек. Так что давайте не будем врать друг другу. Воистину. Будем жить. Воистину. Аллилуйя. Хорошо, кто выиграет? Даня. Все, значит, ты не соврал. Все.
Ничего не принимается по-другому. Иннокентий, твое слово, воистину. Скоро тебя с тебя будем снимать. Вот, мешко готово.